Привет. Решил составить отзыв о удочке «Нарвал Аргумент», на которой я снимал первый взгляд. Вопросы были, так как удочка уже прошла, наверное, рыбалок 10, может быть, 15, то есть очень активно использовалась во второй половине сезона. Значит, что хочется дополнить к первому отзыву? Ну, первое, да, меня немножко смущает толщина бланка. Да, удочка нигде не сломалась, никаких вопросов нет, но вот стенки бланка у нее довольно тонкие. Не знаю, будет ли это видно на камеру, но прям стеночки тоненькие. Ну, никаких поломок опять же не было, ну и никаких там супер экстремальных нагрузок тоже. Что хочется сказать по чувствительности этой удочки? О какой-то там супер чувствительности на поклевку можно вообще забыть, тест совершенно не тот. То есть вы рыбу почувствуете, ну, эта удочка у меня под судака рассчитана. То есть если судак вдарил, да, вы это почувствуете. Если вы там ловите там отводным поводком или чем-то еще, я вообще отводным в этом году не очень сильно увлекался, но пробовал несколько раз. В каких-то вот этих вот нежных поклевках, там, пассивной рыбы, на этом удилище вы не ощутите. То есть удар, да, без проблем. Если, ну, там тут с целой удочкой без проблем. Если какая-то нежная поклевка, скорее всего, вы ее пропустите. Ну, как бы, учитывая, что это до 3 унций удочка 84 грамма, ничего удивительного в этом нет. Значит, по ударам в руку, значит, при проводке, в руку чувствуется грамм от 40. Вот грамм от 40, если грузик стоит, то есть это половина теста, в руку в безветрие ощущается. Если какой-то сильный ветер там, или еще какие-то там сильные течения, тогда уже так, уже приходит запоходчик смотреть. Ну, в принципе, удочка не какой-то не супер топ по деньгам, и в принципе для таких весов и покупалась. То есть ниже 40 грамм она, конечно, не очень. Значит, по забросу. Тут у меня вообще претензий никаких нет, там супер дальности она не выбивает, но запрос вполне хороший. Вот я тут повесил грузик, 36 грамм, попробую забросить, сейчас сниму с рук. Так, и теперь важный параметр, на который я раньше не обращал особого внимания, но в этом году обратил. Значит, как же эта удочка сечет судака? Судака сечет она великолепно. То есть, если вы почувствовали поклевку, вы 100% просечете. То есть, даже небольшого движения хватает, чтобы даже на там, приловле на пролоновую рыбку, например, с двойником, да, ну, кто ловил, тот понимает, да, что просекаемость там, ну, не очень такая. То есть, на более мягких удочках я, например, досекаю. Ну, то есть я подсек, я чувствую, что рыба там, я еще один или два раза дерну, потому что очень много сходов двойников у меня было. Вот. С аргументом этого делать вообще не надо. То есть поклевка, подсечка средненькая и все, без проблем. Судак сидит. Сходов прям каких-то с этой удочки у меня тоже не было. Даже там мелкий пикаль, который, ну, для которого должна быть упругость и тест вот этого удилища. Они должны быть чрезмерные, без проблем, сходов прям каких-то массовых у меня не было. Вот. Причем выкачивал я обычно просто на затянутом фрикционе. Я затягивал фрикцион и там вынимал. Там, даже с большой глубины там, судак, ну, там прям крупных экземпляров я не ловил, но двушек я спокойно вынимал, просто вращая рукоятку. На удочке на этой у меня прижилась Абу Гарсия Рево X. Она полностью в стоке. Единственное, что я заменил кнобы, потому что, ну, у нее прям отвратительные кнобы в стоке. Ну, мне не нравится, неудобно. Я вот от предыдущих поколений плоские поставил. Рукоятка, это, по-моему, 90 или 100. Ну, в общем, стандартная рукоятка, тоже все без проблем, удобно, хорошо. Единственное, что в ней не стоковую, это там подшипники я заменил на гибриды смазанные. Я принципиально смазываю гибриды, я считаю, что я проверял, дальность заброса практически не меняется. Ну, в общем, за свои там 7000 рублей удочка денег своих однозначно стоит. Я все-таки, наверное, был неправ в самом начале, но стал бы я ее покупать именно вот в этом тесте
Сейчас не знаю. Вот этот вопрос для меня открыт, потому что если сравнивать ее с удочкой в два раза дороже, ну, не знаю. В общем, возможно, стоило бы переплатить, если есть финансовая возможность. Но плохой эту удочку назвать нельзя. Ну, свою роль там в использовании на, по судаку с джигом там, от 40 и там, выше, там, до 70 грамм головкой, справляется хорошо, да. Единственное, что тест, мне кажется, чуть-чуть завышен у нее, потому как вот больше 70 грамм вешать прям не хочется. Она уже начинает так прям сильно прогибаться, учитывая толщину стенок, мне не очень это нравится. Ну и строй покажу. Так, вот я натягиваю удилище. На светлом фоне должно быть видно. То есть это фаст. Это не экстра фаст, это такой хороший обычный фаст. Ну, в принципе, все. Отзыв о Нарвал Аргумент я составил. Спасибо.